Сегодня юные футболисты тренировались вместе с командой «Батэ». Впервые в стране проходит международный проект «Юный арбитр». Ну давайте, зажимайте! На тренировочную базу под Борисовым пригласили 11 ребят со всей страны. Все они просто грезят футболом. И ради этого вида спорта готовы преодолевать любые трудности. Будь то долгая дорога до спортивного зала или даже занятия вместе с мальчишками. Речь о девчонках. Свои истории все они рассказали в письмах. Всего в футбольный клуб их пришло более 500. Девочки, они, мне кажется, более дружные и, мне кажется, больше в пас играют. Мальчики больше на себя игру берут. Футбол – это такой спорт, где надо иметь хорошую реакцию, скорость. Сдерживать эмоции, знать правила и держаться. Бывают же камбэки просто из-за того, что люди верили в себя. Вспоминаю себя молодым, когда приезжали футболисты, которые играли на очень высоком уровне. Тот же Валик Белькевич, Хацкевич. Вот, поэтому было здорово, приятно с ними поговорить, послушать, как они шли к своей цели. Я считаю, для молодого поколения это очень важно. Одного из ребят ждет важная миссия – вынести мяч на поле во время домашнего матча «Батэ» с «Челси». Имя юного арбитра, который откроет встречу на Борисов-арене, станет известно завтра. Поединок группового этапа футбольной лиги Европы с одним из лучших клубов пройдет 8 ноября.